был принят федеральный закон о государственном муниципальном контроле. И, соответственно, в рамках этого закона весь тот функционал, который ведет администрация с точки зрения вопроса местного значения, по каждым этим вопросам создаются соответствующие органы муниципального контроля. На сегодня мы рассматриваем по части благоустройства. Закон определяет круг лиц, который, как скажем так, подлежит проверке муниципальным этим органам. Это граждане, а также садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, ну, все, что нам предписано в соответствии с законом о благоустройстве. Они, соответственно, планируют свою работу. Этот план направляется в прокуратуру, и в соответствии с этими планами они проводят проверки. А если необходимость внеплановой проверки, она, соответственно, тоже должна быть тогда уже согласована с прокуратурой. У нас контрольный орган не накладывает штрафные санкции, у нас штрафные санкции накладывает административная комиссия, она накладывает эти санкции, но контрольный орган направляет свои документы в административную комиссию. Она уже ведет работу непосредственно с нарушителями. Ну, сейчас больше направлено, конечно, скажем так, на разъяснение. Разъяснение, то, что то есть штрафы это не, абсолютно не самоцель. Будет жителям, прежде всего, с условно, скажем так, с нарушителями будет работа именно разъяснительная, их будут призывать к тому, чтобы они навели порядок, но со злостными нарушителями там уже будет работа связана и со штрафами, а также с формой, когда за счет бюджета устраняется это нарушение, с последующим взысканием либо в добровольном порядке, либо через суд.